Это кто здесь сидит у нас? Мила. Мила. А какое у тебя красивое платье сегодня, Мила? Попье. Ты можешь мне показать свое платье? Ой, какое у тебя волшебное платье. А какие у тебя красивые туфельки. Ты просто, наверное, принцесса, да? Да. Принцесса? Песня. Ну да. Ну давай садись. Что мы сегодня будем делать с тобой? Игра. А во что будем играть? Вот это. Мы будем играть в Hungry Dino. Мы будем играть в Дайносо, да? Да. Ну давай. Привет, вы на канале Антенка. И сегодня мы будем играть в Hungry Dino. Да? Давай открывать. Давай открывать. Привет всем. Мы открываем игру. Вытаскиваем. А что там еще? Что там у нас? О, у нас наклеечки тут в игре. Все, давайте. Ну вот, высыпайте шарики. Мила, Мила, а ты каким будешь крокодилом? Давайте выбираем Дайносо. Не крокодила, а Дайносо. Ты будешь розовым, а ты, Эми, каким будешь? Оранжевый. А папа? Ну все, давайте начинаем. Кто первый? Раз, два, три. Мила. Раз, два, три. Раз, два, три. Мила, Мила двумя Дайносо играет, да, Мила? Мила, Мила играет двумя. Давай, Мила, ты выигрываешь у нас. Давай, кто вперед? Я выиграла. Ты выиграла. Считаем шарики. Сколько у кого шариков? Мила, давай, считай свои. Вытаскивай. Один, два, три, четыре. У тебя 4, 5 шариков, да? Да? Ну ты же играла у нас двумя. Давай считать. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Я вижу, у нас с Милой 13 шариков, а у Эми сколько? 12. А, мы победили с Милой. А еще? Нет, не победили. А у папы сколько? Я еще считаю. Вот, давай вот это выберем. Я буду первым. Мила, только один. Хорошо, я буду первым. Папа снимает шарик. О, папа выиграл. Та-та! А Мила растеряла все свои шарики. You got it? Good. One more time? Да, давайте будешь играть один. Да, один. Раз. Подожди. На три. Давайте. Раз, два, три. Поехали. Мила, давай считать шарики. Сколько у нас? Сколько у тебя в ручке шариков? Два.
Нет, давай посчитаем. Ну-ка, покажи мне ручку, я посмотрю. Эми, а ты можешь для Милы посчитать? Так, раз, а ты их складывай, Эмочка, сразу в серединку, считай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, у Милы 12 шариков, а у Эми 16, а у папы 12, Эми выиграла, окей, третий раунд, последний. Играем 3 раунда. Мила, на раз, два, три. Когда я скажу три, вы начинаете, да? Давай. Готовы? Да. Раз, два, три. Ну, это правда, это действительно хорошая игра. Ее стоит купить. Садишься всей семьей и играешь. Мила, 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 последний шарик, давай скорей, 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 скорей. Ой-ой, все, та-та. Считаем, считаем, ты выиграла. Считаем шарики. Мила, ты, когда играешь, ты не должна отвлекаться, а то твой противник выиграет. Сколько у Эми шариков? 12. А у Милы? А Мила не посчитала. Но если твоих 12, посчитай, сколько там шариков. 20. Антошка, у тебя застряла. Ну, это же мой. Считай сначала. Если у тебя было 12, значит... А тебе сколько было? Нет, считай. 12. Сколько у папы шариков? 15 шариков. Эми, возьми 12 шариков, убери сразу, и останется все, что Мила, у Милы было. Так, у нас загвоздка. Считаем Милины шарики. Так, считаем. Сколько у Милы шариков? 13. 13. О, я так плохо. Значит, у нас победил папа. Та-та! Раз. Так. Вы наслаждались игрой? Да. Вы советуете эту игру людям купить? Да. Да? Люди, покупайте эту игру. Вообще классная игра. Играйте с детьми, семьями, веселитесь и наслаждайтесь. Да. Вы были на канале Антенка. И всем, кому понравилась наша сегодняшняя игра, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.